Так, всем привет! Начался второй наш день в Хабаровске. Вот, мы сейчас идем от площади одной к площади другой, между которыми находится Градохабаровский собор. Значит, это площадь воинской славы, та площадь Комсомольская, которую мы вчера уже показывали, наверное. Вот, собственно, таким образом выглядит площадь. Сегодня, как вы видите, идет дождик. Что надо сказать? Надо сказать, что могло быть все гораздо хуже по предварительным прогнозам, но пока вот, по крайней мере, можно еще перемещаться, передвигаться. Ветра нету. Ветра почти нету, да. Тепло. Ну и по градусам, да, тоже нормально достаточно. Вот. Значит, вчера мы после того, как погуляли там по парку, поехали в номер, чуть-чуть передохнули. Да, покажи. Зачем меня? Ну, чтобы... Нет, меня в капюшоне не надо показывать. Это запрещенный контент. Вот. Значит, поехали передохнули немножко в номер, потом пошли, покушали в интересном таком заведении, как-нибудь отдельно про него вам рассказываем, может быть. Это Виолетта будет рассказывать. Вот. И потом пошли в кино смотреть запись балета «Коппелия». HD. HD, да, естественно. Театр называется. Вот. Нет, это называется «Большой на экране», как-то так, по-моему. Да. Это не театр HD, это другой проект. Вот. Ну, в общем, посмотрели балет, нам очень все понравилось. Это у нас итальянский вечер получился, итальянский ужин, потом итальянский балет. Потом поехали домой или где спать. Вот сегодня мы с утра идем в Хабаровский первый музей, зашли, позавтракали по дороге, вот, заглянули в собор, ну и теперь, собственно, устремляемся непосредственно в музей. Здесь, конечно, центр города хоть и раскидистый, но, тем не менее, все достаточно компактно находится, поэтому буквально минутки через там 3-4 мы на него уже выйдем, ну или до него дойдем. Вот, вот такое вот краткое содержание вчерашнего дня. Виолетта, помаши рукой всем. Молодец. Так что до новых встреч.